проще в сети интернет. Кто-то геймер со стажем. Бабушки смотрят ТВ-концерт. Бабушек не сомневаются, даже они переживают за Бритни Спирс. Костерят Собчак и Лужкова. Они пьют валокардин, следя за разводом певца Николая Баскова. Бабушки знают о всех новостях, внуков стращая маньяков кровавых. Они верят в силу медийного слова и выставить всех проходимцев лукавых. И им не докажешь, что дух пацаной, а убийцу полпреда нашли через кастинг. Бабушки верят в силу наивные чистые души, и это их праздник. Монахи, их дом наполняют случайные лица. По сериалам они познают олигархов, а по криминальным программам столицу они занимают семьи у подъезда и рядят, что нынче евреи в президентах, а спонсор ток-шоу там, да, от порчи из глаза скупил все патенты. Поколение, видевшие войну, голод, тираны, судьбу маргиналов, крушение страны, потерявшие дважды всю жизнь, страшнее любых сериалов, выжившие, но так легко побежденные чудом техники, падшие со странным упорством, глядят в пустоту и уходят одна за одной в мир, который им по тебе не покажут.